мастера обезвреживания, то просто не надо заходить, да и все. Я бы тоже, да, думаю, если бы я зашел, я бы тоже, я думаю, я бы отдался. Потому что, ну, типа, я просто не, ну, не вижу эти ловушки всегда. Это, ну, такой большой опыт нужен. Я видел, как чел даже на топ уровне их юзает. Ну, то, что, видимо, это работает против людей, ну, которые... Ну, против, грубо говоря, поляны большинства. Против большинства людей. Потому что, ну, тупо. Тупо. Все. А, стоп, у меня большой появился. Все, готов. О, ну такие душные чуваки. Мы с такого бутерброда вылезли, и потом вот так вот дешево отдаться в этой сраной ловушке. Понял. Хорошо. Да. Да, спасибо. Да не, нормально сыграли, не парься. Чуть-чуть, ну, как бы... Ну, я тебе так скажу, я посмотрел стримы людей, кто хорошо играет, на их уровне они вот так вот делают. Они просто ждут, пока люди, ну, так вот выйдут, ошибутся. Ну, вообще, да, это логично. Это как бы один из минусов этой игры. Один из минусов. Но, блин, не может все коту быть масленица, правильно? Если бы не было бы кемперов таких... Но это вообще бы идеальная игра была, правильно? Да. Так что... Они дешевые ребята, конечно. Ну да, то есть против таких надо просто сидеть и ждать. Ну. Сидеть и ждать. Все будет ок. Ой, так, ладно, рыбное хозяйство налево надо посмотреть. Хорошо, ну думаешь, они к нам снова придут? Да, слева команда может быть. Окей. Вот оттуда по мосту вроде. Должны бежать. Окей. Ну, вроде чисто. Да? Это же в кустах не сидят. Сказка в доме. Нам в локацию может не заходить вообще. Да, да, отлично. Не расстраивайся, все такое бывает. Да не, нормально, нормально, я не расстраиваюсь. Просто игровой процесс. Просто считай, сам себя убил, вот это обидно. Ну да, да. Считай, что я динамит себе кинул с полной. Есть такое. Так, ты берешь, да? Да, да. Скорее всего, на кладбище бежать. Ну, сейчас посмотрим. Да? Да, неплохо на кладбище побежали. О, касса. Ты чё, Бонч? 75. В моем случае это деньжище. Да и в моем тоже. На которых нельзя проходить. Конечно. Идем по левой дорожке. Прям кладбище выходим. Здесь уже могут быть. Отбежал сычок, думаю, ну... Сейчас точно доступно. Да забей, сучки, здесь. Нет смысла говорить. У нас за забором вроде не рычит. Да, да. Зомби только резнулись. Берешь, да? Да.
О май гад. У нас еще одна на кладбище. У нас босс. А, у нас босс. Касса. Спасибо, спасибо, игра. Ну ищем или? Где босс? А, да, точно, босс. Желтый. Кто у нас, блин, убийца, ё-моё. Лаги. Пока белый. Где он? А он на первом этаже, он не на кладбище. Ну, в смысле, не в подвале. Окей. У меня есть шприц, кстати, на стаминку маленький. У меня тоже маленький. Минут у нас, да, будет? Ну, найдем. Да, можем заказать. У меня репост, в принципе. Я могу с руки бить. Нам может найти одну. Мать его, ну где? Попробую на втором. Что? Дырявая, поднимаюсь. Сейчас могут снять вообще легко. Ну хоть что-нибудь, боже. Боже милосердный, хотя бы что-нибудь. Давай к нему уже, юзаем и к нему, просто с руки будем бить. Вот здесь пойдем. Здесь может быть. Бонч. А, ну, спускайся. Давай, я тоже упарываюсь. Давай. Я сбиваю как. Че ты делаешь? Я сбиваю так. Я понял. Ну, просто, ну тогда он заблит нас. Мне уже влупил. Где моя ста... А, я шприцом не упор... Какого? О, сейчас, пух. Ладно, так даже лучше. Ай, больно! Промазал, сори, репосты. А ты не захерачил? На мне? Хорош. Надо, а? Да, мне бы надо. Давай, не, давай. Можем аптечку найти, в принципе. Не-не, давай. Так, что мы можем сделать? Подняться наверх? Каких-нибудь развалин потусить. Да, можно развалинах потусить, на самом деле. Хорошая идея. Го. Ну, пойдем. Через низ хочу. Да. Слышь, херач? У нас люди, да. Вот здесь, отсюда. Я спугну ворон. Ну, там, что они здесь. Аккуратно. Там увидишь людей, скажи, я смещусь, я зад открою. Притихли пупсики. Ну и, конечно, я нашел молоток. Они, кстати, они даже, они не здесь, они на крематории гасятся. Возможно, там второй босс. Да, но только нет, это в наши же локи, да? Ну, они к нам придут. Я знаю, откуда их встречать. Есть вот одно местечко. Собаки что-то там заорали.
Да, ты кажется по боссу, это в крематории. Да не может быть в крематории, Бонч. Ну, это точно не... Вот я сейчас здесь стою, это хрен знает где раздается. Ну, босс... У нас второй босс, правильно? У них первый. Первый босс не может быть в крематории. Почему не может быть? Потому что это наша территория. Значит, две команды зарубились. Ну да. Ну, это где-то, блин, хреново. Ну да, деле, скорее всего, не в крематории. Это правда. Да мы бы наказали этих чуваков. Просто не, я очень слабенький. Да, да, они так себе стреляют вообще. Нет, мы должны быть. Чуть-чуть не повезло с таймингом. Так, слушай, у нас там на самом деле скоро босс уже. Я бы, наверное, уже пойду. Давай, давай. Я пока подчекаю, потом я схожу. О, дырявки. Ну они просто не знали, как по-другому играть. Тут они взяли босса и боялись выходить. Мы слышали, что... Причем мы там 4-5 команд дралось. Ну вот в нашей зоне, помнишь? Они могли легко. Я боялся, что они нам выйдут в спину и захерачат нас. С Виженом в разгар сражения они бы всех положили. Да, да. И мы вышли в спину челом, они бы вышли нам в спину и все. Ну как бы, а что делать с ловушками, которые они расставляли там 10 минут? Ну обезвреживать, но просто их видеть надо, да. Не, имеется в виду челом, прикинь, типа они расставили ловушки 10 минут и типа, а ловушки не зашли. Слушай, ну я предлагаю на эвак все-таки, я вообще бомж. Как хочешь, да, да, бомж. Не очень... А, нам через крематорий на его. Да. Ты светанул, нет? Пока нет. Ну, я свечу. Нет никого рядом. Через пойдем крематорий или можно? В кипарисовую пойдем вот так вот, по краю. Пусть они через болото идут там. Погнали, да. Так, просветки не жалеем. Да. Перед каждым компаундом спокойненько светим. Я вот здесь побегу, я никого не видел. Поэтому самый короткий. Светить не можешь, не светануть? Давай. Никого. Нет. Блин, тут еще бесит иногда эти оранжевые пятна проскакивают, да, когда да, ты да, быстро. Когда быстро, да, именно так. И кажется, что ты не посмотрел и тратишь еще одну просветку. Да, да, да. Аккуратно уже здесь не пройдешь, все равно. Я вот так пойду. Пуф. Да, да, хорошо. Я в присед иду. Вот здесь люди. 105. Это пух, это помоги, помоги, меня убьют. Сука. Дал одному. Один вот здесь спрятался. Я в доме ключицы. Нет, нет, нет! Шну нахер. Хилюсь. Упоролся. Сейчас. Готов. Пипец, меня мобов. Я 5 мобов. Насраж ты. Должен помочь, Бонч. Как я вижу? Я тебя вижу. Где? Я не вижу. Слева, право. Один уже близко. Оба с этого. Да, ладно. Нет. Хорошо. Второму. Я лечусь. Давай. Свети, свети сначала, свети, потом лутай. Никого. Хорошо. Так, я уже все запутался. Где мы тут положили? Вот, 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 вот. Я свечу. Я посветил, потому что никого не было. Мало ли что. Так у тебя секунда. Да я не вижу упор, серьезно, вот. Что такое? И вот. А, вот да, все, сори. Блин, вот у меня кретинизм топографический. Давай, потом ты чекаешь, да? Да-да-да, сейчас у меня будут просветки.
Винфилд нужен тебе? Да. А второй где? Там же, рядом. Вот зомбака вижу. Господи. Здесь он ближе был, вот здесь где-то. Он исчез, что ли? Я тоже помню, что где-то здесь, но я... Не, он не мог. Она нужна. А, вот он, нашел пух. Да, да. А, это наш первый, да? Да, это первый. Тут был дед. Ох, фух, хорошо. Никого. Стоп. Вот так, где мы деда-то положили? Они же рядом легли, серьезно. Дед вот здесь дед. Вот был. Дед. Дед здесь где-то был. Да, я стрелял вот оттуда. Ну ладно, хрен с ним, побежали. Давай светану еще раз вперед. Никого. Дед, ты где? Ухита, я пошел. Да, да, я слышу. Не, он здесь был, он, значит, в текстуру пропал. Да, где-то провалился. Он здесь провалился в текстуру. Он был вот ровно здесь. Блин, ты бы видел, какой у меня момент был вообще. Я видел. Я дал шот одному. Мог убить его раньше. Поэтому просто спрятался. Меня жрут водяные, и в этот момент ты говоришь, в нас стреляют. Это просто какая-то... А я, дичь. Короче, тебя прикрывал, да? Я зашел в дом. Ну, стрельнул, зашел в дом, потому что у меня не было кавера, и в открытке был капон. В доме 4 зомба, один с огнем, и я его убиваю, и он начинает гореть. Все начинают гореть. Я вместе с ними, там что-то взрывается, я не помню. Ну, и, короче. А он, блин, у нас саплай в 2 метрах. Не, ну все, пони поплыл, конечно. Боль, давай больше не ходить. Мне не понравилось. Так что, нам не повезло, просто был сатануть и все. Да вроде светили, вроде никого не было. Собаки. У тебя есть секунда на перед компаунд? Да, свечу. Никого. Блин, как же мы это разобрали вообще на реакции? Как нам туда пройти, что я не докурил немножко? Как нам туда пройти? Че, мне по воде, что ли, бежать опять? Что такое? Нет, я не хочу умирать. У тебя есть свет, если есть, надо ластовый. Да, есть. А у Ивак бы уже гудел, ну, я на Иваке. Может, он сейчас загудит и меня убьют как раз. Дай по мне быстро, пожалуйста. Спасибо. Давай, стою. Я тебе в голову хочу дать. Давай. Спасибо. Еще. Фу, ну красавцы. Да. Это было близко. Привет, только кастер, да ты его не знаешь? Догадаешь из 3 попыток, Stupid Random? О, злые вы. Да это я на панике лично начал стрелять и 2 раза попал. Не, все нормально. Какой паники? На скилле. А скилл вроде врубается, когда отрубается мозг. А мозг отрубается во время паники. Все логично. Да? Да. Да. То есть, когда ты перестаешь думать, начинаешь рефлексы включать. Да, все правильно. А если ты тренируешься, то помнишь, ты о чем говорил? Типа ты что, ты не видишь прогресс? На самом деле он есть, просто видишь, он вот заложен глубоко где-то машинально. И чтобы его анлочнуть, раскрыть, так сказать, тебе надо мыслить не эмоционально, отрезать. О, сигнальный факел наконец-то.
Да, красавчик, что дал он фу. Наверное, тот расчлененный парень, с которым играли расчет. А, нет, расчетливый парень — это Коля. Нет. Ой, 848 баксов. Ой. Ой, спасибо. Да. Благодарочка. Фига себе. Ну, мне нужно все-таки как-то попробовать убить двух человек, еще одного человека с дробаша. Ну, там я, там далековато было для дробаша. Пришлось так, по старинке. Так, а что же взять? Еще, ну, давайте, давайте собаку возьму. Собака с некоторых пор. Это просто must have перк. Один оставлю, вдруг выживу. А, блин, здесь с глушаком. Ну, наверное, можно все равно. Все, пока бомжи раунды. Чем бомжи раунды? Фу, господи, бог ты мой. Кайф, ну реально, прям второе дыхание, пацаны, типа в контексте стриминга приятно прям играть, я не знаю, очень приятно. Водичка помогает. Тебе после ханта нужен период реабилитации, да. Не, в ханте просто очень много ситуаций складывается. Безвыходных, казалось бы. То есть сложных ситуаций, где нужно что-то быстро решать. Вот как сейчас. Просто мы просветили, побежали, пух перешел. Я, ну, увидел в воде двух этих тварей. Пополз ползком. Ну, потому что, по идее, на ползущего они не агрятся. От меня все-таки тварь заагрилась. Я думал, что она просто всплыла и побулькает сейчас и свалит. Она полезла на меня. Я встал, побежал. Она меня укусила. Мне еще до берега хрен знает сколько было. И в этот момент на нас выходит команда. Просто топчик. То есть хрен его знает. Тут реально... Тут многие бы растерялись. Пух молодец, он подхлоповал. Ну, иначе бы я просто в воде бы там загнулся, и все, было бы совсем обидно. Так, я предлагаю сразу на кладбище бежать, пух. Как тебе такая идейка? Привет, Женька. Ну, придется стоять, ждать. А что делать, не бросать же друга? Ну, у нас там и локация поменьше. Вот там. У нас люди? Нет, у нас зомби, но я предлагаю бежать на кладбище сразу. На да, давай. Давай за мной. Бегу, сори. Лёгся. Задохли. У нас очень хорошая лока будет, если мы на нее дойдем. Угу. Сейчас на дорожку выбежим. Ух ты. А это где? Да где-то возле нас. Мы свалили. Не-не-не. Что, это раньше где-то? За кипарис. Вороны. Вот здесь же какая-то дорожка. Подожди, так мы здесь же вроде с тобой в прошлый раз, да? Да. Только что шли. Опять эти твари. Да ладно. Что, пошумим или пробежим? Да, а, да, у меня да. Вот этот аспект есть. У меня, я тоже надеюсь, аспект есть. Нет. Будем капать. Помочь? Ну, не, все нормально, спасибо. Ну, мы сюда придем последними. То есть команды могут быть уже на локации.
Да, здесь, кстати, еще сразу босс может быть. Так, подсказка вроде не шумит. Да? Она внизу. Я беру. Открывай. Так, ну босс не у нас, но вторая подсказка есть, отлично. Здрасте. Здрасте. You are amazing. Игра, кстати, вышла про тебя, Сокол. Киберпанк. Сокол, что ли, пришел? Да. Соколик, идешь? Тройка-то попроще будет с дробака дать людям. Бери. Скотный, по-любому. Да, да. Странно только, почему. Ну. Поплай. Тут есть какой-нибудь... Я аптечку беру. Давай, давай. Че, уже нахлобучили, да? Ну, пчела. Так, нам нужно как-то все-таки пробежать, понять, есть люди или нет. Хорош, привет. Да вчера, я говорю, 20 часов сетапил комп, и то до конца нет, и чуть сбился режим. Собаки. Ну, я восстановлю. Валю. Жизнь случилась. Слушай, кто-то заполз в сарай и закрыл дверь. Да, тут люди. Окей. Да, да, да. Вот прямо сейчас. Вижу, вижу, светит. Слушай, мы можем. Не, я их... взял левее просто. Черт, я думал, это зомби. Он так медленно полз. Да, люди уже в дальнем сарае, дальнем, самом другая дальнем. Команда, наверное. Нет, 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 это они. В самом дальнем. В ближнем. В этом ближнем сарае. Что-то кидают. Что-то кидают. Сейчас я его побоищу на дверь. Ты так, главное, живи, ага, потому что у меня хорошая ага. Позиция. Ага. Хорошо. Давай. Там поставить. Давай, давай, хорош. Главное, живи, потому что мы его вообще, как бы... А другой дальше. Другой, 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 пух. Нужна помощь. Ну, уходи. Ушел. А другой вообще далеко. Он вот в дальнем сарае, в самом дальнем. В ближнем еще есть, да? А вот не знаю, я открыл дверь, и там что-то очень заполыхало. Там ловушка была, похоже. Ну, мог отойти, а то они вот за тем сараем, значит, были. Ну да. Попробую еще дверь перебежать. Надо вот сюда занимать, вот это место. Да-да-да, я зашел сюда. Я уже на месте, Не знаю, мне кажется, вдвоем-то тут... Нормально. Не, вот здесь телефлангуют. Да, легко могут. У нас босс. Я под крышу. Давай. Я под дистракчу пока. Да, там же. В сарае? Да, да, в дальнем. Уже там пристреливаться поэтому нокнул сарай. Хорош. А второй в ближнем сарае убил.
Вот один труп. Все пусто. Один, другой здесь. Дернулись, видишь, да. От ошибки играем просто, да. Че по оружию? Мосинка обрез головой. Да, это плот. Ну, у меня у самого. Кадл Пакс и Ромеро Коготь. Не, у меня так такой же сетап, в принципе. Ясно. Так, у нас кто? Свинья. Бери лопату. Я пойду именно хлобучу. Это я. Лопату? А, это подсказка нам показывает. Давай возьмем подсказку. Спрингфилд валяется. А, в жопу его. Так, где кабан? Где? Отсюда нет похода. Вот здесь. Так я могу его это убить. Ломай. Так я первый зайду. Давай. Посвети пока ешкин. А, нет, никого. Не понял, извините. Он в подвале. Засадил. Можете спускаться. Сейчас как. Там подвал. Блин. А вот еще вход в подвал. Где? Вот вход в подвал на мне. Жесть, такой неприметный. Хорошее место надо запомнить. Кого я обманывал? Так, можно стачок идти, не изгонять. Близко в пацана. Да, хорошая идея. Давай. Может, искал тебе бабло нужно сразу вот тебе. Да, да, да. Пойдем. Че? Относительно дешево их убили. Ну как, нормально, позиционку выиграли, убили, не дешево. Ну как бы в смысле, типа, ну, челы дешево, нормально дешево, играли. Дешево в том плане, что, да как нормально, раком в сарай полз, я должен был, я просто реально думал зомби. Так он не видел. То есть он настолько странно двигался. Чел пикал и двигался нормально, я не знаю. Может, вот этот в бандане черная женщина, да. Но... У нас вот здесь был, да? Нет, нет, дальше. Да. Нет, дальше. А, это дальше. Фермер, да. Привет, Винфилд. Привет. Привет, друзья. Привет, Винфилд. Всех рады видеть. Собака, пес, вороны, вороны. Одна здесь отдыхаешь? Я ее подругу убил. Я двигаюсь потихонечку в сторону. Хорошо, да, конечно. Локи. Блин, только не ты. Давай вместе. Блин, а я забыл. Я думал, голова могла и вообще сагрить его. Я просто не знал. Не, булава, по-моему, нет. Ну почему вот, булава? Я это узнал методом тыка сейчас. Потому что я же не знал, что я подобрал другое оружие. Ну, забыл. Да, да, хорошо. Справа чекай тогда. Мост там все дела. Так, мы вообще как подходим-то? Хорошо, ну, или не просто очень? Вот так. Они убегают! Они убегают на ивак! А где они? А, все, все, все. У нас нет стамины, поэтому. Ну погнали, попробуем. У меня пес-то есть. Ну давай, жми. А, у меня тоже гончая есть. По идее, вода их должна задержать. По другой стороне, а ивак у нас. Ладно, не важно. Я бегу прям за ним. Я же бегу по берегу. Давай, давай, по идее они замедлились. Они по твоей стороне бегут. Блин, они очень далеко. Да ты чё, нет. Не-не-не.
ехать. Правильно я бегу на его арк? Да. Но тут жопа, тут просто озера. Ладно, у меня есть перки. Они замедлились в озерах, если что. Нет. Просто напрямую бегу, на пофигу, да, вообще. Да, давай. Задержи их как-нибудь. Блин, неужели их никто на Иваке не встречает? Бля. Нормально, 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 добегу. Да. Жене хочется обратно побежать. Ты вырываешься, да? Да. Я задержал. Хорошо, я бегу, бегу. Уверен? Да. Все. Хилюсь. А, подожди, как? Оба сбежали. Как сбежали-то? Блин, я сейчас сам сбегу. Я не понял, я же прям к Иваку залез. Что за бред? Да, я по дороге пойдем. Лол. А? Ну, значит, успел. Давай по дороге, говорю, пойдем. У нас отсюда есть по дороге. Какой бред вообще. Я его увидел в последнюю секунду. Но я добежал до кареты. Просто я получил и прибежал к карете. Ну ладно. Так, ну ладно, чем мы располагаемся? Тут еще будет команда, наверное. Да, да, да. Может, этим чем тоже нужны бабки, не знаю. Было близко. Да не, не, нормально. Я задержался, да, плохо побежал. Ладно, у нас тут близко все. Да, да. Назад также побежал. Дай бог. Не хочет никто с нами воевать. Все убегают. Так, ну сейчас надо поаккуратнее, потому что кто-нибудь, да, уже добрел, может быть. Может быть. Но не может найти. Ты изгонишь, я на крыше буду. Да. Если кого-то слышишь, говори, я тогда спущусь или что-то там. Ну, сделаю такое полезное. Странно, где все остальные команды. Может, вдвоем только загрузились. Я капкан поставлю здесь на вход. Как ты зашел, я там капкан поставлю. Давай. Мало ли что. Угу. Запомним, что это за место, скотный двор. Да не, он нормально. Через этот сарай. Да это тоже хорошо, хороший сарай нашел. Да. Блин, вот опять, хрен пойми, зомби или охотник, но я понял, что зомби. Убеди, если в сопильник нам не придут. Скорее всего, к нам с юга должны прийти. Сюда. По идее. Ну да, по идее, да. Съеем. Но кто их знает? С, да, да, скорее всего, даже С. Ой. Не, ну не может такого быть. Одну команду мы убили, одна команда свалила. Где все остальные? Ну даже теоретически, если та команда Дрочит. Убежала, ну, да, кого-то развальцевала, но еще-то одна команда должна быть. Да, да, да.
1-2. Вряд ли эти пусибои убили все. Да, если не убегают. Да. То есть одно дело бейтить на ивак, другое дело просто реально свалить. Может, у них тоже там ноль денег. Ну я и говорю, да, им нужны деньги. Мы вчера вот так играли, мы бейтили на ивак, типа, знаешь, забегали к иваку, отбегали. Может, типа кто-то пошел. Ну, за нами гналась команда. Но им бежать через открытку, они зассали. Хотя мы не эвакуировали, там, 2 минуты, наверное, просто выбегали из него. Чуть больше, наверное, ну это 3-4 мы их так ждали. Они просто решили забить на это дело. Да, пупсики! 63% посидим, поокаем. Фуф, сегодня не то чтобы потный карты, просто я даже не знаю, как объяснить. Вот меня, наверное, немножко выбило из колеи тот фейл мой с сеткой. Я прям, ну, обидно было, потому что я его точно бы принял. С дробашом я поднимался бы, я, по-моему, просто голову снес. И тут эта сраная ловушка. Просто пух говорит, побежали рашить, я нокнул. Я как бы забежал, присел, и, ну, должен был ее увидеть. Я просто, ну, как я ее не заметил, я не знаю. Ну как, пух тоже частенько, да? На моих же. Конечно. Да не, я тебе говорю, если бы я побежал, я бы тоже, как ты, ну, взорвался на ловушке 100%. Вот, поэтому я же сразу сказал, нет смысла рашить чуваков. Очевидно, они там расхерачили ловушки, расставили и с дробашами сидят. Они даже, даже окна не пикали, прикинь. Чел, единственный раз, когда пикнул окно, я ему дал в голову и все. Он такой, блин, не, никогда больше не буду пикать окно. По-любому. Поэтому, ну, как бы. Ты понимаешь... Фишка в том, что я даже не умер там, это была ловушка с колючей проволокой, это еще обиднее было. А, я стоял и стекал кровью, в этот момент ко мне бежал чувак. Я перестал хилиться и дал ему один раз, но не попал. Я в ней стоял и не мог двигаться никуда. Он меня там просто так запер. Беру, спускайся. Да, окей. Капкан. Да. Так, нам бежать по... Ты чекнул? Да, чекаю. Никого нету. Ну... Деревки. Давай. Не ладно, Иван, близко. Надо чекать почаще сейчас. Да, конечно. Чтобы не проиграть уж такую игру, а будет обидно. Потом еще пух, блин, там 20 минут с ними ползал, танцевал. Ну, сорян. У меня была удушающая, я бы скорее тебя спас, потому что... Удушающие, блин, стоят 25, да? У меня они были не открыты. У меня же новый охотник. Или а я вот там... не беру, поэкономлю, но это плохо. Это, ну, да. Нет, $25 это вообще стоит того. Или я не помню, да. Что-то у меня было, я просто не стал брать быстро. Ну, она может и не пригодится, но когда пригодится... Блин, ты пожалеешь, что у тебя ее нет. Не, надо просто взять за привычку их юзать, не только чтобы тушить, а чтобы отрезать, ну, углы какие-то атаки. То, что они же аимпанчат, это тоже как бы из чего-то. Да. Всему реально. Аимпанчат дают звуковой капкан. Да. В принципе, за свои деньги это может быть одна из самых кост-эффективных, если не самая, вещей, поэтому... Согласен. Халяву. Тут нет никого. Я вот сюда вот добежал, короче, вот сюда вот я добежал. В этот момент как раз уже. Вот здесь вот я получил выстрел, спрятал сено и кинул световуху. Ну как можно не сактивировать, я не знаю. Нормально. Да, отлично. А ускорить знания никак нельзя? Может, перк есть, при котором... Ну, если бы это такой перк был, его бы все юзали. Некро есть. Он бы крутой был, если бы у меня охотник не прокачан, поэтому... Так-то некромансером можно было легко бонч поднять. Да если бы я знал, что он так будет файт... Ну, у меня был там момент его убить.
Но я там не попал, он скрылся. Ну, ты нокнул, и я, типа, ну, получил триггер, что надо рашить. Я забежал, да. Хорошо. Вот, он не, ну, я неправильно выразился. Рашить, в смысле, подпушить и смотреть, вот, ну, типа, вблизи окна, может быть. Ну, потому что чувак может на перетяжке отдаться, где-то получить хит. Ну, и там по ситуации действовать. Ну, он вот. Бы тогда раком своего тиммейта бы поднял. Он же наверняка там все видит. Ну, да, но все равно мы бы уже сблизились. То есть они бы там нервничали. Он там шотный был бы, скорее всего. Еще жалко, что вот таким знаю, проиграли, да. Знаешь, муфлоном, которые... Да-да-да, да, эти челы были слабенькие. Такие. Которые выпендривались просто еще. Там, ня-ня, чё, иди сюда, вот это вот все, знаешь, терпеть не могу. Я беру некроманта. Да, окей, только давай уже до завтра или когда, потому что я уже все... А, все? Да, спать уже иду. Спасибо всем большое, тестовый стрим хороший был. Угу. Вот, тебе спасибо, еще поиграем обязательно, ну, пораньше начнем. Да, да. Все. Спасибо тебе большое, всем благ. Увидимся. Пока, пацаны. Давай, Бонич, давай. Жму руку, давай. Давай. Угу. Все, пацаны, вам отдельный респект. Всем спасибо, пока. Надеюсь, по настройкам все ок. Ну, будем, значит, так смотреть. На Твиче даже кто-то смотрит, значит, ну, как бы битрейт поддерживает. Значит, 8000, вот так. FPS нормальный, все. Все, споки-чмоки.